построен в 2024 году, ремонт абсолютно новый. Во двор можно поставить машину. Во дворе сушилка для белья. Вот ворота открываются. Есть летняя кухня. Столик такой для отдыха во дворе. В шкафчиках посуда необходимая. Микроволновая печь. Попадаем на кухню при входе. На кухне холодильник, телевизор. Зона для приготовления пищи. Газовый котел. От него постоянно горячая вода. Совмещенный санузел. Стиральная машина. Душ. И две изолированные комнаты. В каждой комнате есть кондиционер. Двухъярусная кровать. И вторая комната. Диван двуспальный раскладывается. И двуспальная кровать. Также есть кондиционер, телевизор, шкаф для одежды. Вместимость до 6 человек. До пляжа отсюда около 15 минут пешком.